И всем привет, дорогие друзья, с вами Скитрованс, и мы начинаем играть в игру Глубина, если по-русски так сказать. И эта игрушка меня заинтересовала в Стиме. Я ее купил за 490 с чем-то рублей, совсем не помню. Ну короче, она мне очень-очень понравилась, и я решил, пока что нету Shadowfight, я буду снимать ее и танки онлайн. Все-таки я буду их снимать, потому что, ну, так сказать, голосов, что надо снимать, больше набрало. И если вам не нравится и считаете это полная фигня, но я говорю про танки онлайн, то не смотрите, не надо там говорить фигня, не снимай, просто вот не смотрите, да. А тем, кто нравится, будет смотреть. Так что все, мы будем сейчас играть в глубину. Я буду играть за водолаза, потому что мне более-менее получается играть. Давайте вот я два раза сыграю водолазом, и потом один разик попробую акулой. И посмотрите, стоит ли мне в следующих сериях играть за акулу. Да, сейчас мы начинаем матч. Так, он мне сразу же за 2 секунды нашел матч. Ох, как круто. Так, присоединяемся. Я тут поиграл всего лишь на 3-4 раза, хотя нет, вру. Где-то 5-6 раз, да. Вчера 5-6 раз. И все, в принципе, я больше не играл. Один раз за акулу и сколько. И постоянно дальше играл в водолаз. Получается, играть, да. Так, ну все подключились. Вот, кровь и золото. Ну, вы видите, что нужно делать водолазом и что нужно делать акулам. Так, первым делом мы выбираем своего чувачка, либо Александр, как его там, Алехандро, Карлос или Мариса. Я выбираю всегда Алехандро. Он мне более-менее всех нравится. И выбираем себе первое оружие. Давайте, ну, вот этот пистолет. И мы приготавливаемся. Так, пускай один чувачок приготовится, и у нас сразу же останется 5 секунд. Вот, все. Он приготовился, и сразу 5 секунд стало. Вот нас в клеточку заворачиваем. Да, я очень надеюсь, что меня нормально слышно, в отличие от звуков игры. Вот, вы видите этого Стива, так сказать. Да. И его нужно, можно сказать, защищать, пока он будет скрывать всякие ящики с золотом. Так, выплываем и сразу забираем другие ящики золота. Вот эти, например. А он будет в то время, так сказать, собирать другие куски золота, которые в ящике. Так. Ускорение тут тоже. И когда у нас учащается сердцебиение, то значит, где-то очень рядом акула. Вот. Акула. Съела меня. Какая говняшка акула. Съели нас, короче. Понимаете? Мы возрождаемся возле Стива. Куда бы мы ни поплыли, мы всегда будем возрождаться возле Стива. Так, акула тут разорвала на части с миной-то. Вот. О, акула рядом очень. А можно чувачку? Блин, я не убил. Хотелось бы и меня убить. Да. Золото давайте поищем, вот, мы видим его, корона и пыль, и автомат. Мы его не можем использовать, потому что это как золото обычно. Подходим к этому и все свое золото отправляем ему. Мы получаем за это денежку. Блин, сердцебиение не слабое. Где ты, роднюк? Кстати, акулы и водолазы — это все люди. То есть это не боты какие-то. Настоящие люди, мать его. Я помогу своим собратьям. Водолазам. Так, вот корона лежит. Неплохо. Подаем гостям. Главное попасть в него. Иначе я просто твой золото, которое ты выкинул, блин. Оно просто выкинется. Ладно, меня опять съели. Жаль, конечно, но ничего. Я всегда хочу копить 4000. Сказать, да, 4000 долларов, так сказать, или что это. И потом купить супер гарпун. Да, это очень классная оружка. Гарпун. С одного двух ударов убивает акул. Вот когда нас хватает, нужно как можно чаще кликать. Вот как можно чаще. Вот кликать и кликать. По акуле, чтобы ее зарезать. Так, все, я убил эту акулу. Короче, чтобы зарезать. Иначе он вас съест. Но
когда около полной хп у тебя вообще никак нету шансов ее как-нибудь убить. Так, сдохни. Сдохни. О, на минку попала. Нам тоже нельзя стрелять в них, а то они тоже взорвутся. От людей они тоже взрываются. Да. О, новый предмет мне в стиме написали. На тебе, акула. Акула, ну за что? Ты подорвалась и взорвала меня. Это нечестно. Ладно, давайте пока что купим себе подводный буксир. Или как это еще можно назвать. И вот так будем плавать. Плавать, просто плавать быстро. Плывем. Я хочу плыть. Ладно, нельзя нам туда плыть. О, что это? Золотишко. Золотишко наше. Ну. Все. Куда мы плывем? А вот сюда мы плывем. Что здесь у нас? У нас здесь золото. Я не могу его взять. Блин, если он уже сюда подходил. Все, взял. Теперь бежим к Стиву быстрее, пока у нас золото не потерялось из-за того, что нас съедят. Сюда летим. Летим, за мной плывят. Плывут, я это чувствую. Ну почему? Почему? Еще и взорвалось. Какашка. Да. Вот, уже есть ножи для подводных. Короче, акул, но есть еще лучше. Это гарпун, самый последний. Как раз таки, на которого мне не хватает. Но это тоже довольно-таки неплохое оружие, но все же, да. Ну, блин, тупая акула. Короче, не умею. Я разучился играть. Понимаете, как я мог разучиться играть так быстро? Ну чё ты взорвалась-то как, а? Тупая мина, не ставьте их больше, распользоваться не умеете ими. Так, золотишко. Так, чё, нельзя что ли брать? Вот, можно. Кто не берет мне золотую голову, охренел. Я чувствую акулу, мать вашу, быстрее, да. Взорвалась, прям на тебе. Все, месть. Просто стреляли ее. О, на. Двойное убийство. Две акулы просто застрелил. Это тоже хорошее оружие, так сказать, да. Оно очень похоже на гарпун, но гарпун, можно сказать, такое же оружие, но мощнее раз в 300. Поэтому я и стараюсь на него накопить. Он стоит 450 или 400-200 монет. Вот этих своих долларов. Да почему именно на меня? Почему на меня? Блин, нас уже 5 осталось. Только 5. И больше мы возродиться не сможем, понимаете? Это пипец будет. Так, что еще? Ничего не можем? Ладно. Я лучше куплю тогда. Куплю тогда вот это. Ни разу не покупал. Должен быть нормально. Так, месть опять. Я убил своего убийцу. Ну куда автомат? Посмотрим. Как он себя будет вести в моих руках. Да. Нет. Я так пошел. Побегу быстрее. Ты сюда будешь? Так, золото. Золото. Сколько тут золота? Там много. Нифига себе, тут золота много просто. Вот на меня одного прям офигеть. 6 штучек лежало. На. Да блин, ну почему? У меня 5. Все, я уже не могу возродиться. Ну, вот. Все. Не могу я. Да? Проиграли. Так, короче, пофиг. Давайте сейчас поиграем за акулу. И все. Так что давайте вот за акулу. Начинаем матч сразу. Стоп. Я не выбрал акулу. Отмена. Акула. Начать матч. А тут сейчас опять за водолаза играл. Пипец был. Да. Так, поиск матча. Давай быстрее.
Или мне придется на паузу поставить, да. Ладно, ставлю на паузу, пока найдет. Ну, вот только что, вот прям только что поставил на паузу, и сразу мне нашлось. Ну, так всегда. Короче, все. Начинаем играть за Акулу. Тут сбалансированная тигровая, и здоровье неплохо, и выносливости немного. Есть белая акула, она, можно сказать, очень-очень много хпшки у нее, но мало выносливости. Вот, короче, сейчас вам все покажу. Вот, здесь здоровье и выносливость. Короче, вот все. Тигровая акула, вот столько здоровья и выносливости. Белая акула, вот столько, и вот мако вот такая. Ясно. Все, я беру белую. Вот, беру белую. Ну-ка, закаленная. У меня будет закаленная, прям в боях. Пипец. Блин. Я не успел ничего делать. Ничего, вот сейчас мы смотрим, как они пускаются в бездну. Вместе со Стивом, да. Мы съедим вас, надеюсь, и на это. А то я не очень играть за акулу. Так, он тигровую выбрал. Пока что я более-менее справляюсь, потому что я их не встретил. Так. Ломаем. Все, сломали. Мы должны, можно сказать, как можно больше раз выводить из строя Стива. Давайте, съедим, съедим. Ну почему выносливость? Так, все. Ладно, я все-таки съел этого чувачка, и меня другой застрелил. Но все же, я съел. Так. Какого может быть своего? Короче, я буду восстанавливать себе здоровье. Так легче сказать. Да. Что это вот нам не мигает? Что это нам не мигает? Ладно, пофиг. Сейчас этого уже нету. Я снова появилась. Акулка. Так. Да, съешь. Да, мес. Просто вот мес. Да. Выведем из строя, давай. Да, вывел. Я вывел его из строя. Да. Я сделал это. Теперь он утонул, но секунд 10 не будет ничего делать. Ну разве не классно? Так, находить жертв почаще я буду. Вот уже. Так, выносливость, выносливость. Что такое борзое? Начали! Фу. Так, все, выходим из боя. Нам нужно восстановить. Восстановить нужно хпшки. Ух, вот это да. Все просто вот. Ух, подышать свежим воздухом. А теперь снова идем в бой. Так, блин, куда я иду? Нам надо сюда. Съел. Ох, как хорошо-то у нас все. Пока что. Так, сломаем, чтобы в следующий раз мог было нормально здесь проплывать, да. Так, здоровье. Восстанавливайся давай. Все, спасибо. Никого нет, больше нет. Так, вот они там. Ясно. Ну ладно. Я уже впервые так долго держусь акулой, так что мне повезло. Так, будем прокачивать скиллы всякие у акулы. Так, сюда. Так, не туда, вот туда.
куда нам? Ну вот куда нам? Я не понимаю. Где эти горюки? Вот здесь тюрьмы. А, так они... Блин, я думал, они за стенкой. Но за потолком. Ну ладно. Ну ладно. Ничего, я им отомщу. Да кого-то сзади-то. А нет, он оттуда. Вот он. Говнюк. Съешь там за меня всех отомсти. Давай. Выведу из строя, выведу из строя. Выведу из строя. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Пока что все норм. Блин, нас меньше. Это плохо. Вот. Вот это я понимаю, выбил из строя. Давай, давай, съешь его полностью. Да, съел. Съешь его полностью, съешь! Успел. Я его успел съесть вроде бы как. И меня потом гарпуна просто убили. Так, все, прокачали. Плывем, плывем, плывем. На тебе! Опять сбил. Кушай, 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 кушай. Все. Ну ладно, одного пойдет. Одно очко заработали за убийство. Где? У него, блин, у него гарпун. У него гарпун. Жестокое оружие. С первого или со второго раза меня убивают всегда. Вот эта белая акула, которая супер-пупер прокачана. Опять сбил. Я просто сбивщик мастер. Давай, давай, кушай его, кушай, кушай! Не успел, он меня зарезал. Он меня зарезал. Так, ну, я уже прокачался. Ну, как прокачался? В своем умении прокачался. И теперь я более-менее могу играть за акулу. Мне уже нравится играть за акулу. Да. И все же напишите, стоит ли мне дальше играть за акулу. Вот. За кого я сыграл лучше? За акулу или за чувачка? Да. Так, я его съел, короче. Я его съел, короче. Так, это что? На-на-на. Кула молот давайте мы потом прокачаем. Да. Ну, тупые мины. На 3 мины напоролся, еще потом застрелили меня с автомата. Вот это да. Блин, у нас всего 4 возрождения осталось. Ну, типа, шуш. Это сложно будет. Ну, блин, ненавижу, ненавижу, тупая сетка. У нас осталось 3 возрождения. Блин, пипец. 2. Нам, походу, пипец. Пипец нам, походу. Давай, съешь его полностью. Съел. Ну, плыви же. Плыви. Плыви быстрее. Плыви. Быстрее. Все, спасибо. Так, пока что мы живы. Понимаете, у нас одно возрождение осталось. Все, можно обратно. Теперь у нас нормальные хпшки. Прикиньте, я бы не прокачал здоровье восстанавливающееся. Я вообще тогда не был. Короче, все, у нас нет больше попыток возрождения. Просто сейчас, если я сдохну, то все. Больше никак. А их нам надо еще 11 раз съесть. А нас нельзя вообще трогать, прикинь. Как это сложно. Короче, мы проиграли. Ну, все. Ладно. Проиграли, так проиграли. Пофиг. Давай. Ты у нас кто? Тигровая. О. Ну вот и фиг ли ты тут делаешь? Вот и фиг ли ты тут делаешь? Ты где должна быть? А, акула. Тигровая. Ты должна быть там. Плыви давай уже. Кого ты ждешь? Вот этого Стивчика? Хренивчика. Ну еще год здесь будет. Ну блин! Что тебе надо, акула?
Почему ты не идешь? Давай, вот молодец, давай. Плыви. Клетку у нас ждет. Акула. Ну, он здесь еще 5 лет будет. Давай быстрее. Так, ну я на втором месте. Да. Кого ты ждешь? Вот этого говнивчика? Стива. Он сейчас будет плыть, плыть. А ты сейчас типа хочешь 4 загрызть сразу? Они же его сопровождают. Ладно, ничего. Плыви, Стив, плыви, а мы подождем, подождем. Прошло 100 лет. Давай быстрее. Быстрее. Ладно, последний раз я сейчас сыграю за человечка и все, заканчиваю. Да. Стив, ну давай быстрее, а? Ну, бесит. Стив. Мотолазы победили. Застрелили акулу нашу, застрелили. О, это пистолет с ПП. Стреляющий модифицированный версия, с помощью которого вы можете... А вот, это... Меня вот маячили, я не понимаю, что это делает, и сейчас, наверное, пойму. Только вот в этом-то и дело, что, наверное. Просто стреляешь, и потом оно прилепляется к себе на эту хрень, короче, на плавник. Потом я сразу же подыхаю этой хренью. Я не знаю, что она делает. Так, давай, присоединяйся. Ратрур. Все, он подключился, этот Ратрур. Ну все, так сказать, я закупился, да. И трое человек так и не подготовились. Я взял этот супер-пупер пистолет, ну типа супер-пупер, я еще не знаю, что. Вот этот супер-пупер, типа пистолет. Плывем за сокровищами нашими. Мы не будем много брать, а то зажадничаем. И потом в итоге ничего не возьмем. Еще здесь. Оставляем стрелы. Давай, пью. Все, я спустил. Ну это помечает. Ничего с этого, ничего. У меня откусил полностью. Ну вот эти маячки, и что дальше? Что они делают, я не понимаю. Ладно, фигня. Почку. Ладно, ничего. Короче, давайте сюда. Где-то акула. Так, Настя. Нету акулы. Нету акулы. О, зато золото есть. Как все вовремя. А вот это вообще не вовремя. Это что за звук? О, акула! Акула! Я услышал тебя! Акула! Я же услышал тебя! Ладно, ничего. Просираю всю команду. Из-за меня все проигрывают. Это нечестно, понимаете? Из-за меня все должны вынуждены, так сказать, проигрывать. Может, они хотят выиграть, а из-за меня они постоянно проигрывают. О, акула поддохшая. Да, Стив, так ее, так ее. Я так и не взял все сокровища. О, зато вот тут. Так, он где-то рядом. Очень рядом! Очень! Не тупая акула! Ладно, я уже у Стива возрождаюсь вот сюда. Да. Где вы? Что ты делаешь-то?
только подальше кинуть. Ой, зачем я выкинул? Выкинул зачем? Сюда вот. Ее застрелили, Не, акула. Мне кажется, сейчас у меня здесь акула. Как я догадался, да? Прям вот не знаю, догадался. Прям все мне съел, и руки, и все остальное. Очень. Так. Давайте-ка ничего не будем. Вот те месть. Вот мы его застрелили тут с этим мальчиком. Я не понимаю, да, как обычный пистолет. Реально, я не понимаю. Так, где ты, акула? Сдохшая акула. Где ты? Вон ты. Отдали Стиву, отдали. А где ты? Где ты? Я не спас своего друга. Где ты тупая акула? Вот ты тупая акула. Давай, ну, один удар. Один удар. Блин. Ну серьезно, один удар. Ёб твою ж. На теперь. Ну блин, почему я такой косой? Почему я такой косой? Где ты? Вот ты, на тебе. Да блин, не успели. Уплыла. Давай. Где ты? Где еще одна? Очень страшная еще одна акула где-то. Блин, где она? Мне страшно. Сердцебиение слишком большое. Где она? Опа. Что это означает? Что она где-то очень рядом. Но я ее вообще не вижу. Так, стих. Вот где. Да, месть. Все, вот так-то. Быстрее давай отправляем. Так, все, теперь я смогу купить гарпун, прикиньте. Супер-пупер оружие. Все. Вам пипец просто будет сейчас. Пипец вам будет. Гарпун. Все. И факел. Теперь можно играть. Где ты? Вот. Где ты? Да, теперь. Зарезал его. Молодец. А где Стив? Ой, зачем я выкинул? Ну блин, так и знал! Нас 5 осталось. Всего лишь 5. Да давай кинем. Ой, гарпун же надо взять. Почему с пестиком не было? Он сдохнет легко. Ой, блядь. Убрал. Где ты? Как он? Вот ты.
Блин. Блин. Всех съели, я ни одного не убил. Ой, я стою. Я прям под дыркой. Плаваю. Ой. Дружочек, привет. Так, еще не будет здесь под самой дыркой. Сидят, не замечу. Да блин. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ну ладно. Ой, она прямо здесь была. Так, все, на борт нужно. У нас всего два. Всего лишь два этих самых. Именно два этих самых. Ну, вы поняли. Всего лишь два возрождения. Потом мы нафиг сдохнем. Я здесь останусь. Мне страшно наружу. Здесь побуду. Так. На! Есть. Но я не успел спасти своего сородича. Где ты, тварь? Я не буду ничего собирать, никакие сокровища меня постоянно убивают. Так, где оно? Так, всего одно возрождение, да ёб твою ж. Главное, чтобы ты не... Знаешь, я же говорил, главное, чтобы это не я, фу, тупая акула. Всё, на себе. За стенкой не буду? Вроде да. Дружище, я спрошу тебя. Ну я тебя, мать вашу же. Не спасу я тебя. Давайте, пожалуйста, дойдите, люди. Стив, давай быстрее. Куда ты ползешь, а? Да, он ползет. Давайте. Нет. Дружище. Ты остался один, понимаешь? Все? Все, проиграли мы. Ладно, что ж, что ж. Всем спасибо за просмотр. Если это, можно сказать, под этой серией мы наберем 100 лайков, то сразу же выйдет вторая, да. Так что, ну да. Всем спасибо за просмотр. С вами был Скидермен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Пока.